Я Даша Астафьева, певица, актриса, модель. Но сегодня мне хочется познакомиться с вами заново. Я выросла в простой семье в маленьком украинском городе. И как все дети, я много мечтала и хотела увидеть весь мир. Сбылись ли мои мечты? Наверное, да. Ведь я занимаюсь любимым делом – съемки, концерты. Гастроли с группой «Никита» – это то, чем я живу. Все, чем я занимаюсь, так или иначе связано с путешествиями. Но ничто не сравнится с радостью возвращения домой. Сегодня Украина переживает сложное время, и я вместе с ней. Новая реальность меняет жизни простых людей. Политические конфликты влияют абсолютно на всех. Враждуют соседи, друзья, распадаются семьи. Я часто бываю за границей, и мне задают много вопросов об Украине. И это не просто любопытство, я слышу волнения и опасения, но гораздо чаще сопереживания. И я рассказываю о жизни здесь, о реальных событиях, о том, чего на самом деле хотят украинцы. Детское желание увидеть мир переросло в осознанное желание мира. И это то, что по-новому связывает меня с Украиной. Я девушка, я слабее любого мужчины, но я верю в силу любви, которая творит чудеса. Сегодня я готова поделиться своей любовью с каждым, и пусть мой поцелуй станет символом объединения людей всего мира во имя Украины. Пусть каждый, кто верит в наше светлое будущее, поцелует своего близкого, родного или абсолютно незнакомого человека. You kiss for peace.